Проект Tom Sawyer Fest известен во многих городах страны. Его участники-волонтеры находят исторически важное здание и с помощью спонсоров и своими силами восстанавливают его первоначальный облик. Теперь к проекту присоединился и наш город. Первый объект для добровольной реставрации – здание Дендрария на улице Ноздрина. Это постройка 1913 года, и принадлежала она первоначально мещанам Соколовым. Культурной ценности строение не несет, но важно для облика тихого центра. Сейчас дом на балансе сельхозакадемии. Волонтеров для его восстановления нужно немного. Проект уже составлен, руководить процессом будет профессиональный строитель. Официальный старт работам будет дан 12 июня в 18:00. Из работ, которые мы планируем, это ошкуривание дерева, потому что дерево старое, нужно подготовить к покраске, ошкурить, обработать антисептиком и финальная покраска. Вообще любой человек в Иванове, житель, может прийти спокойно, связаться с нами, позвонить, написать, узнать, когда мы планируем работы, потому что мы будем работать не каждый день, договориться, прийти и помочь.